Теперь Юрий точно знал. Это заговор. Сначала были заманчивые предложения. Распродажи, скидки, кредиты, халява. А потом посыпались счета. Ну и подстава. Все, достал меня этот капитализм. Только водка и спасает. Но что это? Письмецо в конверте? Для кого? Для Юры. Это было рекламное предложение. Предлагают поступить в рабочую академию искусств. Дешево и сердито. Правда, на острове Торонто. Ого! Они даже гарантируют статус народного артиста. Радостно взволнованный Юрий звонит своему старому товарищу Олегу и рассказывает ему о рабочей академии искусств. «Звучит как афера», — говорит ему циничный Олег. «Да нет, у них даже семинары есть по тому, как доставать гранты. Денег не дам. Ну иди тогда к черту!» «Когда же он наконец угомонится?» — подумал Олег. «Капиталист сраный», — подумал Юра. «Ну ничего, займу денег в счет будущих грантов». Вскоре Юра пропал. Просто испарился. Олег стал его искать, но безуспешно. Олег даже решил проконсультироваться с бомжом по поводу местонахождения Юрия. «Юру не видел?» «Да не». «Странно. Надеюсь, он в порядке». «Эй, люди, кто-нибудь!» — кричал Юрий. «Принесите мне лестницу!» Но люди его не слышали. Никто не хотел ему помогать. Никто не хотел дать Юре взаймы в счет будущих грантов. Но Юра был твердо настроен заручиться поддержкой масс. Вы только посмотрите. Жертва свободного рынка. Угнетенный рабочий, доведенный до нищеты. Кто сможет такому отказать в деньгах? Ну, наверное, никто, за исключением всех окружающих его в данный момент. Юрий решил, что самое логичное в данной ситуации – это грязно выругаться. И помогло. К нему пришло озарение. Он доберется до аэропорта, а там зайцем прокрадется на самолет. Эх, только бы кто-нибудь подбросил. И ему опять повезло. Юра проникает в аэропорт с черного хода и прячется на вертолете. После пары хороших глотков водки ему даже начинает казаться, что он уже летит. Но это все водка. Надо найти, пожалуй, что-нибудь с крыльями, решает Юрий. Вот оно. Як-11. Прям как карусель в парке Горького. Да и ключ зажигания. Вот везуха. Вскоре Юра сказал, ну поехали. Хотя он и не знал, для чего и зачем нужны все эти кнопочки и рычажки. Полет все равно был тяжелым и беспокойным. Почему-то по нему все время стреляли. Но провидение помогло Юре добраться до острова живым и невредимым. Переодевшись в форму пилота Аэрофлота и стараясь особо не светиться, Юра перебежками начал искать рабочую академию искусств. О, первая удача. Живая художница. И шпарит, как герой труда. Юра был поражен. Ишь ты ведь. Он умолял хотя бы одним глазком взглянуть на ее шедевр, достойный любой сельской поликлиники. «Не сметь смотреть!» — кричала художница. «Ты хочешь украсть мою идею, буржуй! Не смей! Я ненавижу тебя и презираю тебе подобных!»
Юрий все-таки решился спросить у гневной художницы, где находится Академия. И она популярно объяснила, куда ему надо идти. Благодарный Юрий унесся на крыльях. В конце концов он нашел помещение, где сидела приемная комиссия, состоящая из одной единственной дамы. Наконец-то что-то знакомое и до боли родное. Бюрократ. «Здрасте», — представился Юрий. «Я рабочий творец. Где тут получают бабло? Тьфу ты, в смысле гранты?» Ответ ему была тишина. Юра ждал и ждал. Ждал и ждал. А бюрократ все бросал на него косые взгляды. Юра начал нервничать и в конце концов взвился, угрожая бюрократу санкциями. Но угрожать бюрократу — плохая идея. Прибежал вышибала. Юра пытался что-то объяснить, но безуспешно. Тем более он с детства боялся клоунов. И Юру вышвырнули. И даже пообещали заявить о нем в высшие инстанции. «Всех клоунов на мыло!» — кричит Юрий. Но это все пустяки. Дело житейское. Он все равно поступит в академию. Еще более лучшую и еще более дешевую. Вдруг Юрий видит нечто неожиданно прекрасное. Дома. Новые отличные строящиеся дома. Для всех и для каждого. «Смотри-ка, и здесь есть марксисты», — подумал Юра. И он решает чуток передохнуть, пока его домик достраивают. Ему снится чудный сон. Как он, вооруженный только листовками и дюжими связками, побеждает мировой капитализм. Тут он просыпается и в ужасе видит, что у него увели чемоданчик. «Капиталюги сраные! Ну я им покажу!» «Вставай, проклятием заклеймённый, артисты мира всего!» Но они не встают. Залюбовавшись небоскребами, Юрий спотыкается об угнетенного пролетария. Юрий судорожно извиняется. «Извините, товарищ, у вас шляпа в камуфляже». «Да, и к тому же пустая», — добавляет угнетенный. Расщедрившись, Юрий кидает туда копеечку в обмен на информацию о местных академиях искусств. «Да вот, кажись, одна», — показывает ему пролетарий. Юрий его благодарит и направляется в академию. Но, о горе, Юру, оказывается, застукали и уже сели ему на хвост. Легавые, ищейки, охранка во главе с товарищем Распутиным-младшим. Ох, не зря Юра родился параноиком. Одна у него осталась надежда. Да и та на теорию относительности. У агента в кармане был суперсовременный сверхсекретный яд, под воздействием которого жертва просто-напросто испарялась. Юрий может гордиться. Он будет первым, на ком этот яд будет испытан. Тем временем Юрий видит роскошную академию, а рядом с ней объявление о гораздо более дешевой академии. «Ну, этот мужик уж меня точно научит», — радуется Юрий. И с адреском, зажатым в кулачке, Юрий продолжает уверенно двигаться к своей цели, опять забыв о слежке. К счастью для него, в высших инстанциях меняются планы. «Эх, яд испортится», — горюет Распутин. Но никто его, беднягу, не жалеет. «Ну все, настало время уничтожить этого изгоя», — говорит. Объект направляется к Ивановской академии искусств. «Ну ничего, скоро мы его уничтожим, 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 испарим!» «Алло, это дисконтная академия искусств Ивана. Чем обязан?»
Нам нужно, чтобы вы предали своего потенциального студента. Без проблем. А что я буду с этого иметь? Мы вас не убьем. Ну что ж. Чертовски заманчивое предложение. Юрий хорошо подготовился к своей речи. И не стесняясь выражений, он начинает изливать Ивану всю свою душу. «Ишь вы какой шумный! Спугнули вы, товарищ, мою самую красивую студенточку!» – ворчит Иван. «Где, мать вашу, мое право на образование?» – давит на него Юрий. «А я почем знаю? Но если вы для меня сделаете одну непыльную работку, то я, так и быть, поищу ваше право». Нехотя Юрий соглашается и получает точные инструкции. Ему нужно доставить Ивану несколько мусорных баков или бинов, если пан. Следуя инструкциям, он находит нужное место, не подозревая о сгущающихся над его головой тучах. В одном из мусорных баков Борис Факов подложил компромат. Юрий берет один бак, второй, третий. «Ну что, бой, ты окей? Ладно тебе, то есть ладен ты?» — говорит с акцентом работник хранилища баков. «Да не, наоборот, все херово», — отвечает. По пути обратно напротив американского посольства Юрий видит молодую журналистку, которая, раскидываясь грязными инсинуациями, угождает своим буржуазным хозяевам. «Господин, вы откуда и куда?» — спрашивает Юрия журналистка. «Дура, не видишь, баки тащу. Как они у вас там по-английски? Бины?» — услышав знакомое слово, журналистка спрашивает. «А случайно не ладен?» «Ладен, ладен, понаехала тут», — ворчит Юрий. «Русский выучить не могут». «То еще за ладен такой?» Сложив бины ладен, медь журналистка приходит в экстаз. «Сенсация, сенсация! У американского консульства видели бин ладена». С песней работа спорится. И Юрий затягивает «Эй, ухнем!», но все равно быстро устает. «Да будь эти бины неладны», в конце концов решает Юрий. И решает облегчить свою ношу. С плеч долой, из сердца вон, как говорится. Неожиданно в одном из баков он находит свой чемоданчик. Внутри шапку-неушанку и какую-то подозрительную литературу. Непонятно. Потом он находит свое пальто и чьи-то штаны. «Да этот Иван контрабандист», — догадывается он. Но не на того он напал. Нашего брата так просто не возьмешь. Скрывшись в заброшенном кирпичном заводике, Юрий продолжает изучать Ванину контрабанду. Но находит лишь одинокий кирпич. Вот буржуи, кирпичи у них, понимаешь. Его справедливый пролетарский гнев неожиданно прервали два мрачных гражданина в штатском. «Вы бин ладен?» — спросил один из них. «Уже нет. Бины бросил и уже не ладен», — быстро ответил Юрий. «Ну тогда бины подними взад, сука», — приказал второй. «Ну что, поднял? А теперь ты ладен с бинами?» «Ну, типа да». «А ну брось теперь все бины обратно, сука! Властью, наделенной нам нашим богоподобным и непогрешимым президентом, лишаем тебя всех прав человека и объявляем тебя вражеским боевиком. А все вражеские боевики — суки. Попробуй только рыпнуться, и я убью тебя, нас и всех в радиусе 100 метров», — добавил второй. «Эх, чего я только связался с этими бинами», — загрустил Юра. «Молчи, враг народа. У тебя теперь только одна дорога, да и та на Кубу. Не рыпайся в общем. А мы пока поищем дополнительные вещественные доказательства твоей преступной деятельности в твоем любимом чемоданчике». Внутри чемодана Юры оказались террористические бестселлеры. «Да, компромата на тебя больше, чем надо. Ты любишь, сука, когда тебя мордой в водичку окунают?» — издевался над Юрой один из агентов. «Ну если на Кубе, то можно, там же жара, хорошо». «Эх, Юра, Юра». «Казачок, мои счета не уплачены, и цели мои не достигнуты. Ну и такими, мать вашу, темпами никогда не настанут